Снова здорово, пацаны. Итак, у нас новая рубрика, называется она будет «Рекламодаватель». Суть ее в чем? То есть, есть сейчас много игр фри-то-плейных, где много рекламы. То есть, реклама она просто присутствует, ее отключить можно за деньги. Либо рекламу смотрите для пополнения здоровья, вот Hyatt Online, например, чтобы получить аптечку, надо посмотреть рекламный ролик для внутриигровой валюты. Ну, в общем, есть много рекламы, на этом и остановимся. Итак, в этой рубрике мы будем обозревать игры именно из рекламы. И сегодня, играя в Empire RPG Quest, я натолкнулся на такую интересную вроде как игру, называется она Blog Tank Wars 3, BTW, проще говоря. И давайте с ней ознакомимся, то есть это у нас экранная заставка, у нас две валюты золото, серебро. По настройкам мы видим сообщество, больше игр от разработчика, оценить игру, группу ВКонтакте, языки, звук, общая громкость, громкость музыки. Управление можем настроить, джойстик слева, либо джойстик справа, фиксированный джойстик. И основное это настройки графики, отключить рекламу, опять же таки, Google Play не подключены у нас, и все на этом. Здесь мы видим кампанию по прохождению, состоящую из 90 миссий. Что-то, что должно появиться в скором времени, это, видимо, онлайн. Вот, и различные плюшки, то есть это вот сундуки, которые открываются за рекламу, за золото, либо через время бесплатный сундучок. Возможность получить 20 золота за просмотр, опять же, рекламы. Также у нас есть ништяки за календарные входы. То есть заходим, сколько тут у нас получается, 21 день подряд и получаем различные ништячки. И есть способности, прокачиваем умения, премиальные, система, защита и вооружение. По правой стороне мы видим с вами все, что относится к нашей боевой технике. То есть здесь мы можем выбрать базу, либо по прохождению она идет, либо за входы в игру, либо за бабки, реальные бабки. Также можем выбрать стволы, то бишь вооружение, раскрасить танк, либо закупить аптечка, броня и что-то у нас такое, нитро. Окей, давайте все-таки ознакомимся с игрой, переходим в кампанию. Первый уровень – земля. Уничтожьте всех, закончите миссию за 60 секунд, пройдите уровень без повреждений. Начать. Поехали. Так, использую джойстик для перемещения. Нажми сюда, дабы выстрелить. Так, то есть перемещаем джойстик и стреляем по тапу. Так, я случайно активировал аптечку. Почему именно... А, вот, турель уничтожили. И уничтожьте этот танк. Так, немножко неудобно, конечно, так стрелять, но я думаю, это дело привычки. Так, мы всех уничтожили, без повреждений, все прошли, отлично, у нас 3 звезды. Мы получаем... Так, мы не получили второй уровень. И опять же, у нас либо получить награду, либо получить двойную награду. Опять же, наверняка смотреть рекламу. Нет, не будем. Так, поехали дальше. У нас второй уровень. Уничтожить всех, закончить за 40 секунд, пройти уровень без повреждений. Так, мы можем себе прорубить вход поближе куда-нибудь. Так, вот у нас вражина есть. Еще одна вражина. Отлично. Так, и что, кто, где? Шикарно. Пока все легко и просто, но вопрос, зачем нам звезд? Итак, мы дошли до второго уровня. И что у нас открылось? Давайте посмотрим. У нас открылась новая база. Увеличивает броню, но уменьшает скорость, да? Давайте купим.
У нас открылось новое вооружение. Увеличивает урон. Берем. Раскраска. Нужна ли нам раскраска? Так. Давайте какой-нибудь ядрененький вот такой вот цвет возьмем. Отлично. Так, по умениям. Мы что можем прокачать? Увеличить урон на 5. Уменьшить время перезарядки. Увеличить шанс критического попадания на 10%. Уменьшает все полученные повреждения на 5. Увеличивает максимальную прочность. При активации щита он становится на 15% прочнее от первоначального. Ремонт пакет восстанавливает больше прочности. Максимальная скорость танка увеличивается на 5. При активации нитро эффект от него длится больше 10 секунд. Так, и премиум. Премиум нам недоступен. Давайте мы сделаем время перезарядки, уменьшим. Так, давайте сразу на 2 прокачаем. И поехали на следующее испытание. Держите здоровье, уровень здоровья на уровне 50%. Экспортируйте дружественный танк до зоны посадки. Так, то есть мы должны его прикрывать, да? Ага, у нас тут мины. Ну-ка посмотрим, можем ли мы мины сбивать. Да, мы можем мины сбивать. Так, что-то он у нас стреляет куда-то, непонятно куда. И мы проиграли. Как так? Давайте заново. Есть, с этим мы разобрались. Да что такое? Какой-то у нас танк неугомонный. Блин, вот буквально одно попадание, и все, и он сразу же вырубается. Так. Так, давайте сейчас мы ему зачистим путь. Отлично. Избавляемся от этой мины. Сейчас еще будет одна турель. Есть. Так, а по какому кругу? Он по дальнему, наверное, пойдет. Ну все, по идее, все должно быть хорошо. Давай, друг, дружище, иди сюда. Да, отлично. Мы прошли, и давайте, знаете, что мы с вами сделаем? Вернем обратно пушку. Вот больно мне эта хрень не нравится. Да, остановимся на этой и прокачаем. Что мы с вами прокачаем? Вот так вот мы прокачаем еще скорость перезарядки и пойдем дальше. У нас четвертое испытание без повреждений за 60 секунд. Хорошо. Так, без повреждений у нас уже не вышло. Все-таки мне немного непривычно управление, то что стрелять надо тапом. Стоять. Ах ты ж падла. Так, хорошо. Ух, 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 ух. Отлично, прошли. Так, до третьего уровня мы чуть-чуть не доросли, видимо, да? Да, чутка не доросли. Но сейчас пройдем еще один, еще одну миссию. И у нас будет третий уровень. Откроется новое вооружение. Новая пушка. Ну все, шикардос.
У нас третий уровень. Теперь можно купить легкий танк и двуствольную пушку. Давайте мы все это дело приобретем. Двуствольная пушка стоит 500. Берем. Так, легкий танк стоит 500. Нам на него не хватает немножко. Но ничего, в следующий раз возьмем. Поехали дальше. У нас 6-7 миссия. Соберите все предметы, все 5 штук за 120 секунд. Давай. Так. Ого-го. Что ж ты такой дикий-то? Так, первый ушел. Есть контакт. Что нам еще осталось? 2 звезды. Что-то как-то больно. Смотрите, ребят, мы с вами еще можем сейчас и проиграть. Ты-то нам не попадешь. Отлично. Последняя звезда получена. Что нам надо? Нам надо 500 монет. Давайте пройдем 7-ю миссию уничтожить всех. Заработаем 500 монет. И закупим новую базу для нашего танка. Будет она у нас называться легкий танк. Так, я застрял. Ох ты. Нас уничтожили, но ничего-ничего. Сейчас мы отыграем. Ой-ой-ой-ой. Таямба. Так, давайте избавимся от бомб, от мин. Умри, тварь бронирована. Отлично. Давай, звезда, берись. Есть. И у нас турелька. Так. И последний враг. Отлично. Мы прошли очередную миссию, заработали 3 звезды. И сейчас мы с вами берем легкий танк. Увеличивает броню, уменьшает время перезарядки. Да. Давайте мы его быстренько обкатаем. На 8-й миссии. Эскортируйте дружественный танк до зоны посадки. Хорошо, давай. Так, здесь уже понятно, куда он идет. Так, а вот здесь уже непонятно, куда он пойдет. Враги надвигаются. Смотрите, враги уже научились перекрашивать свой танк. Отлично. Ой-ой-ой, вот тут все мощно. Так, видимо, сюда его надо, да? Ну, больше мы никого пока не видим. Давайте зачистим территорию. Мало ли дальше поедет. Давай, братан, останавливайся тут. Отлично. Уничтожить
Цель, прежде чем она уйдет. А, тут еще какая-то цель, видимо, была. Итак, у нас снова уровень 4. И нам открылось... Что нам открылось? А, ничего. Нам не открылось. Ну что, ребятки, вот такая у нас игра. В принципе, она достаточно интересная, неудобное лично для меня управление. Потому что может оказаться так, что если где-то в районе джойстика будет находиться враг, то по нему тапнуть будет нельзя, надо как-то двигаться, переставляться. Вот, а так, в принципе, игра нормальная, но единственное, вот еще замечание, надо отключать рекламу. Опять же, таки. Дабы отключить рекламу, надо забашлять немного денег. Реклама здесь на самом деле очень назойливая. По прохождению каждой миссии в конце обязательно выскочит какой-то ролик. Его можно будет пропустить, конечно, через 5 секунд. Но это очень неудобно и раздражает. Вот, а в остальном я вам игрушку могу рекомендовать. Где-то 7 из 10. Всем хорошего настроения, всем пока.